Сейчас коротко о некоторых других, наиболее заметных происшествиях минувшей недели. Попавших под пули полицейских в Ярославле представят к награде. Одного из них, погибшего Владислава Воронова, посмертно. Причины, которые заставили ранее судимого местного диджея расстрелять стражей порядка, следователи до сих пор не установили. Правоохранители рассчитывали лишь проверить у мужчины документы, но тот открыл огонь прямо из салона собственного авто. А через несколько часов уже в центре города готов был продолжить убивать. Но в ходе перестрелки с силовиками достал гранату и подорвал себя.